Не верю по Станиславскому. И правильно делаешь. А это обручальное колечко. Моя прелесть. Но искать на таких помойках, ну, очень тяжело, Столько мусора, просто кошмар. И вот в этом во всем может лежать вот такая прелесть. А давненько лежит, давненько. Хорошенькая. Ну, что еще можно найти в такой луже? Конечно же, крестик, детский крестик. Кстати, вот в этой луже уже 5 крестов найдено. 3 серебряных и 4 алюминиевые. Это 5-й алюминиевый крест. Ладно, тоже находочка интересная. Ну вот еще один представитель. И тоже алюминиевый. Вот так вот по лужам-то ходить. Выкапывал один сигнальчик. Потом смотрю, еще интересный сигнальчик, и чуть не воткнул лопату. Смотрите, какая прелесть. А? Вот это да. Ну, это 100% серебро. Сейчас я перчаточку сниму, чтобы получше было видно. Просто хотелось вот прямо с песочка достать, так сказать, посмаковать. Итак, вот он какой красавец. Просто шикарный серебряный крест. Пробы я не вижу, но я уже столько серебряных крестов навыкапывал, что в принципе на глаз определяю по патине. Это серебро. Может быть, даже не современное. Потому что литье кромки неровное. Может быть, даже старинный. Красавец, а? А вот и веревочка. Это то, что рядом сигнальчик. Я пытался выкопать, но отвлекся на другой. Люминка. Вот так вот. Красивый. Подожди-ка, или не люминка? Нет, люминка. Ладно. Красивый. Ну вот, кстати, и старина пошла. Вот. Скорее всего, золотое колечко. Но обломано. То есть здесь, скорее всего, был крест. Возможно. Ну... Окисел странный. Возможно, очень сильно разбодяженное колечко. Ну да ладно. Пойдет. Не знаю, кому будет интересно. Но ладно. Эй, а ты куда у меня делся? Не хотел выкапывать из этого мусора, потому что пробки, банки, бутылки. Сигнальчик такой тухлый был. Думаю, пойду я бабац. А в этом хламе крестик. Разгреб я, сеть выгреб, банки, склянки и крестик. Но сдается мне, что это
какой-то омедненный сплав, потому что вот у Иисусика ножки подъело. Жаль, жаль. Думал, медяшечка красивая. Нет, 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 скорее всего, нет.